Аллах сказал в Коране, и в этом утешение для тех, чья вера крепнет, символом вопреки. Воистину за каждой печалью облегчение, коль свет в груди, то станут шаги того легки. Рассыпались звезды, и небо раскололось, и тишину нарушил Архангел Джабраиль. Читай во имя Бога, воздался трижды голос, и искру новой веры тебе вдруг разбудил. И ты был послан миру, печать у всех пророка, лучом, что разрезает сгустившуюся тьму, дыханием, что избавит сердца от всех пороков, с призывом поклоняться Аллаху одному. Аллах сказал в Коране, и в этом утешение для тех, чья вера крепнет, символом вопреки. Воистину за каждой печалью облегчение, коль свет в груди, то станут шаги того легки. И вот настал год скорби, год горьких расставаний, и дядя Абу Талиб, кто был щитом твоим, оставил мир серебряный, что полон испытаний. И мать всех правоверных, Хадижа вслед за ним. И ты лишился разом опоры и защиты, как будто бы закрылись все двери пред тобой. Открыто проявляют враждебно скоро щиты, кольцом блокады давят, грозят тебе войной. Аллах сказал в Коране, и в этом утешение для тех, чья вера крепнет, символом вопреки. Воистину за каждой печалью облегчение, коль свет в груди, то станут шаги того легки. Где тот, о ком ты плачешь, о ком ты молишь Бога, кто заступался даже, когда один ты был. Ушел он не на сердце печали и тревога, и снова сиротою себя ты ощутил. Кругом толпы презрения и гул собачьих лаев, разодраны одежды и ноги все в крови. Чужою стала Мекка, враждебен город Таиф, но преисполнен к людям ты все еще любви. Аллах сказал в Коране, и в этом утешение для тех, чья вера крепнет, символом вопреки. Воистину за каждой печалью облегчение, коль свет в груди, то станут шаги того легки. Аллах сказал в Коране, и в этом утешение для тех, чья вера крепнет, символом вопреки. Воистину за каждой печалью облегчение, коль свет в груди, то станут
шаги того легкие.